когда-то 1600 лет назад Палестина, так эта земля еще тогда называлась, еще потом попозже поговорим, откуда это название появилось. Так вот, Палестина была частью очень большой христианской державы здесь на Ближнем Востоке. Ученые ее называют Византийская империя. Византийская империя находилась примерно в тех местах, где современные территории сегодня находятся: Турции, Сирии, Ливана и Израиля. И вот в начале 4 века, 1600 лет назад, к власти Византийской империи приходит император, которого звали Константин